Финальная игра конкурса «Мисс Пантеон Финанс» прошлого года прошла летом 2013-го в украинском городе-курорте Одессе. Тогда конкурс был проведен впервые и вызвал серьезный ажиотаж и у представителей финансового бизнеса, и у всей общественности, говорит специалист брокера Евгений Вичканов. В результате проведения конкурса все победители получили отличные призы от брокера компании, эксклюзивные условия сотрудничества. А это помогло им со временем в разы увеличить финансовую составляющую своих призовых. В этом же году финальная часть конкурса «Мисс Пантеон Финанс» прошла на родине богини красоты Афродиты. А уникальность такого мероприятия была заключена в том, что брокер оплатил пребывание на Кипре и участникам финала, и клиентам обычных слетов отпусков, и пользователям форума procapital.ru. То есть 18-22 июня в туристическом мебельном комплексе Кипра прошел финал. Второй международный конкурс красоты «Мисс Пантеон Финанс» 2014 принял для участия 451 девушку из 13 разных стран и 145 городов всего земного шара. До финала добрались 10 лучших из лучших, именно они получили билеты на Кипр. Победительницей признали украинку из Киева Марину Еренкову. Она по праву получила титул «Мисс Пантеон Финанс 2014». Уже второй год кряду главный титул забирает именно жительница Украины. Как известно, годом ранее этот же титул был отдан Екатерине Томазенко из города Полтава. Кроме того, на втором не менее почетном месте на этот раз оказалась первая вице-мисс Пантеон Финанс, жительница города Одесса Екатерина Белецкая. Также в тройке лидеров свое место нашла и жительница Санкт-Петербурга Юлия Зюзина. С фотосессиями девушек-финалисток «Мисс Пантеон Финанс», их презентациями, анкетами теперь в свободном доступе можно ознакомиться на сайте брокера. Также много интересного о подарках лауреатам конкурса. Кроме того, стоит отметить и тот факт, что победительница конкурса Марина Еренкова, кроме всего прочего, также смогла стать официальным лицом брокера «Пантеон Финанс» до нового лета. Марине вручили от брокера материальные шикарные подарки, что соответствует ее теперешнему статусу «Мисс Пантеон Финанс».